Добрый вечер, 20.05 в Москве. Это программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Приветствую вас, приветствую после почти месячного перерыва, когда у многих из нас, у меня в том числе был отпуск, но вот сейчас и вернулся. Вернулся, признаюсь, бегом, потому что фактически не по календарю, а по пробкам, похоже, осень в Москве уже настала, так что ваш покорный слуга предпринял такой спринт, нешуточный спринт по переходам московского метро, бросив машину где-то на Садовом кольце. Ну вот, 20.05, и я с вами в студии, и несказанно этому рад. Ну и вы знаете, тема спринта навела меня, естественно, подводит меня к теме нашего сегодняшнего эфира. Это бег, это легкая атлетика, это королева спорта. Естественно, наша программа не может пройти мимо такого большого, огромного события в спортивной жизни, каким был чемпионат мира по легкой атлетике, только что завершившийся в Москве. Но вы знаете, о чем бы я хотел поговорить, помимо спортивной составляющей этого чемпионата, так это о, ну так скажем, о зрительской, о болельческой, о социальной стороне этого чемпионата. И не раз, особенно в первые дни чемпионата, глядя на трансляции того, что происходит, я вспоминал пушкинское «Мы ленивые и нелюбопытные». Смотрел я на пустые трибуны, смотрел я на совершенно пустые улицы во время женского марафона, полупустые улицы во время мужского марафона. И, соответственно, хочется мне поговорить о культуре боления, о том, что легкая атлетика, ну и вообще большой спорт — это как бы некая вещь в ожидании болельщиков. Почему у нас нету такой мощной культуры боления? Почему миллионы людей, сотни тысяч людей не выходят на улицу во время марафона? Об этом поговорим сегодня с нашим давним другом, спортивным комментатором Василием Парниковым. Добрый вечер, Василий. Здравствуй, Сергей, здравствуй. Был свидетелем финишного спорта Сергея, когда он порвал ленточку финишную при бегании в студию. Да, я просто чуть-чуть быстрее, раньше тебя, на 2 минуты прибежал. По этим самым причинам. Да, два бегуна сошли в студии, но у Василия, конечно, больше профессиональная подготовка, но я думаю, нам обоим далеко до Усейна Болта. Ну, смотря на какой дистанции, в общем-то. Сам понимаешь, Усейн Болт, он, конечно, король, король спринта, а так как по московским пробкам надо же не 200 метров бегать все-таки, а подлиннее, а где-нибудь, может, даже километр на 2, на 3, может, мы уже его оба обыграли. Ну да. С большим преимуществом. По метро, по эскалаторам, да. Но он все-таки такой стал популярной знаковой фигурой в Москве. Ну, скажем так, он вообще в мире знаковая популярная фигура. По поводу чемпионата мира, я как познакомился с твоим посылом в обсуждении этого большого события, действительно, самого грандиозного спортивного события 2013 года, без всяких сомнений, для любого человека хоть немножко в теме спортивной жизни планеты, это понятно, потому что больше чемпионата мира по легкой атлетике есть только одна вещь, это олимпийские, вернее, две вещи, Олимпийские игры летние. Летние Олимпийские игры. И чемпионат мира по футболу. Ну, причем предыдущие чемпионаты мира, особенно берлинский, да и потом Тегу, по телевизионной аудитории все ближе и ближе подходили именно к последним кубкам мира по футболу. Я не знаю, как там с телевизионной трансляцией с аудитории Москвы, пока еще цифры нет. Ну, посмотрим. А мировой сколько? Сколько смотрят? Нет, есть там просто какие-то цифры? Там порядка там 6 миллиардов, там 8 миллиардов, 10 миллиардов, а таких, говорят. Это совокупная аудитория, всего чемпионата. И причем то есть мы-то говорим, что это не те цифры, которые озвучили по поводу универсиады в Казани, которые были не то что взяты с потолка, а вынуты из заднего кармана небезызвестного нам спортивного чиновника, а это реальные цифры, причем очень дорогих телевизионных прав. Так вот, я хочу сказать сначала, прежде чем мы перейдем к социальной, а мы с Сергеем, слава богу, постоянно говорим о социальной роли спорта и противостоим этому тренду, что большой спорт — это только шоу, и на него надо смотреть только как шоу, и, в общем-то, не заморачиваться о том, какой несет он посыл обществу. Я с этим категорически не согласен. Может, конечно, обществу и культуре, потому что, да, еще спорт — это тоже спорт, это о чем культура. Хотелось бы поговорить, что спорт, как, понимаешь, как с музыкой, как конечно. С этим, это вот как бы уровень осведомленности людей о том, что происходит, он ужасно низок. Это отображает его низок. Культурный уровень общий. Так вот, я хочу сказать, что с моей точки зрения чемпионат мира по легкой атлетике в Москве это добро. Это большое доброе дело. Я не могу сказать, что это абсолютное добро, потому что абсолютно добра нет, к сожалению, под нашей луной, может, под какой-то другой луной или под двумя лунами, как в «Звездных войнах», может, и есть абсолютное добро. Но это доброе дело. Большой-большой праздник, и я очень рад, что это состоялось у нас в Москве. Причем, как ты оцениваешь его организацию? Вот по сейчас, сравнению с предыдущими, ну, скажем, да, спортивными я вот договорю, форумами. А потом как раз я... И причем я... Кто вообще следит за, скажем так, за моим творчеством, не скажет, что я так прям такой поклонник официоза. Но как только вот Москва выиграла чемпионат мира,
Я был просто очень рад, и я надеялся, что этот праздник в Москве состоится по полной программе на все 100%. Я считаю, что потому что это не карнавал, или, скажем так, маскарад, как типа универсады в Казани, и это не Потемкинская деревня, как Олимпийские игры в Сочи, это правильное крупное событие в правильном месте, потому что в Москве не понадобилось вырубить ни одного дерева, не разрушить ни одного, не переселить никакого ни одного несчастного московита. Это, скажем, с минимальными возможностями освоения распила бюджетов. Вот, вот. И мне кажется, причем я уже последние года 3-4 общаюсь с совершенно различного уровня чиновниками в московской мэрии и предыдущие городоначальника и нынешнего городоначальника с Федерацией легкой атлетики, все время говорил, что нельзя упустить такой шанс для того, чтобы повысить культурную осведомленность россиян и прежде всего москвичей в спорте и понять, чтобы они могли понять, что такое настоящий спорт, и оттолкнувшись от этого, в общем-то, и получить развитие спорта в нашей стране. Но они, надо сказать, свою часть отработали, хотя немножко, так сказать, неуклюже, по-советски, но вот эти вот через ЖЭКи распространяемые билеты, призывы слушай, людей вот идти, вот это удивительно. Я думаю, нигде где-нибудь в мире такое слушай, возможно. Я бы тебе сказал, что так. Что с моей точки зрения, что чемпионат мира по легкой атлетике в Москве 2013, это праздник, который состоялся, несмотря на все попытки его испортить абсолютным образом, не было сделано никакой долгосрочной промотивной, я не говорю даже рекламной, промотивной кампании, не было проведено ни одного по-настоящему крупного легкоатлетического турнира, не было разжевано и объяснено людям, что это такое. А кто такой Усейн Болт? Надо было привезти пару раз Усейна Болта в Москву, из этого сделать большой хэппенинг, объяснить людям. И надо было реально провести... Глядишь, и он бы отзывался о нас более комплиментарно. Вообще по-другому. Надо было провести минимум один марафон с участием крупных, быстрых бегунов. Не то, что у нас делается некое подобие массового, а не массовое, и не быстрое. Вообще непонятно. Потому что есть марафон в Дубае, который не массовый, но быстрый. А есть марафоны в Берлине, которые массовые и быстрые. А есть... гигантские марафоны, скажем, в Штатах, которые массовые, но не быстрые. А у нас и не то, и не сё. И не массовые, и не быстрые. И не массовые, да. И не быстрые. Так вот, несмотря на то, что в итоге Москва вынуждена была раздавать 240 тысяч билетов бесплатно, все мои друзья, спортивные журналисты, не могли поверить эту цифру. И пока и у нас, скажем так, ведущая новостная компания мира сделала об этом официальный репортаж, мне, в общем, даже не верили. Потом мои испанские друзья специально прошли весь этот путь через московскую управу и получили такие бесплатные билеты. Это был для них шок. Не то, что этого не было нигде. Они даже не могли понять, как это возможно. Причем многие, допустим, там, когда я общался там, с итальянцами, ну, это ребята, которые были на множестве чемпионатах мира с итальянцами, с немцами, с испанцами, с британцами. Они говорят, ну вообще-то это хорошо. Но вопрос-то, они представляли, если бы это раздавалось бы у нас в Мадриде или в Берлине, это же было бы смертоубийство. Как это на чемпионат мира по легкой атлетике раздают бесплатно билеты? Это говорит о популярности. Это типично российская проблема, что вот у нас люди не осведомлены и не понимают, что происходит. Знаешь, потому что запрос-то на зрелище он огромный есть. Я был пару дней назад в парке Горького, просто каждая дорожка кишит, живет, люди жаждут вот просто, этих развлечений. Просто очень много объяснений этому было выдвинуто людьми, которые крайне далеки вообще от проблематики, и были такие заявления, что Москва устала от зрелища, что это вообще обкормлено, ничего подобного. Потому что все, кто случайным образом... друзья его привели, просто всучили в зубы им эти билеты и побыли в Лужниках в эти 8 дней, они уходили просто с горящими глазами, я видел, они просто были потрясены, и потом они говорили, почему нам об этом раньше не сказали бы, я бы взял или взяла отпуск, я привела бы своего ребенка, почему я отправил его в деревню, почему мой племянник торчит где-то в Турции под обстрелом, а почему он не сидит здесь, говорит, ну почему нам об этом не рассказали. То есть это две стороны. Первая сторона — это абсолютно, я вот даже не побоюсь этого слова, которое я не очень люблю, но это какое-то варварство, дикость населения нашей с тобой великой страны, а я считаю, что наша страна все еще может претендовать на великая страна,
в определенные провалы, гигантские провалы в определенных областях знаний. И спорт, к сожалению, в этот провал ухнул. Василий, вот я вот думаю, это последние 20 лет, вот я вспоминаю, скажем, я не знаю, ну 30-е даже возьмем, да, там, я не знаю, там дальше, там братья Знаменские, какие были культовые, это совсем далеко. Ну хорошо, дальше, Борзов, что такое Борзов был, что такое Ирина Привалова, да. Что такое Сергей Бубко. Да, да. Последний, это герой 90-х, на самом деле, это Ирина Привалова, может быть, Светлана Мастеркова, коим образом, где-то как-то это на слуху. И вот где-то начинается провал какой-то, когда люди абсолютно застывают на диване с пивом, и единственным видом спорта остается футбол. Последний, да и футбол-то не очень популярен, скажем так. Последний крупный турнир, который был проведен по легкой атлетике, это был именно на этом Лужниковском стадионе, после обновления, где построили эту крышу, да. И все. Это был финал легкоатлетического гран-при, 1998 год. Ничего не раздавали. Билеты были очень дешевые, но продавались, и сидело, люди пришли, порядка там, я думаю, 60-65 тысяч людей. Ага, то есть такая же, как и сейчас. Да, но это люди реально, это не по дезам раздавали. Вот 98-й год. А вот в нулевых начинается полный провал. Причем вроде бы в нулевых начали вливать обратно деньги, вроде бы на щит, на эгиду выставили спорт, но он начинался все больше и больше, с моей точки зрения, это отчуждение большого спорта от граждан страны. Вот именно какой-то... Это же происходит возврат, практически возврат советской системы спорта профессионального с первого разряда до, скажем так, до олимпийских чемпионов, профессионализация и полное отчуждение этих людей, которые занимаются, от обычных людей. Вот даже любители спорта. Просто вот ты вот сказал по поводу марафона, что типа на мужском марафоне было уже полупустые, да были пустые улицы. Я проходил, там было хоть какой-то движ был, кое-какие кучки, намного было лучше, чем женский марафон, но это все равно пустота. И причем при этом в этот же день... создавала массовость, люди разрешили по велодорожке кататься по набережной, да. И там катилась некая группа, некая из которой... многих из которых я знаю, знакомые друзья, спортсмены по форме узнаю. Вот, и все. Ну вот, в принципе, я могу сказать, что вот мы... Вот ты знаешь, там на нашем сайте Скиран мы делаем школу бега. Огромная, огромная аудитория. К нам приходит там по 300, 400, 500 человек, ну, онлайн, вживую. И мы проводили совершенно бескорыстно, без какой-либо подачи со стороны чиновников, пропагандистскую работу. Люди, идите на чемпионат мира. И практически люди, которые увлечены бегом, которые больны бегом, которые подсели на бег, которые тренируются по 5-6 раз в неделю, они не могли провести эту линию между собой и этим ребятам, мероприятием. Напомним нашим слушателям, что у нас в гостях спортивный комментатор, главный редактор сайта skiran.ru Василий Парников. Мы вернемся после перерыва. Добрый вечер, программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Сегодня мы говорим о спорте в ожидании болельщиков. Наш гость сегодняшний Василий Парников, спортивный комментатор, главный редактор сайта skiran.ru. И вы знаете, вот я хочу напомнить картинки, потрясающая совершенно картинка. Я ее, к сожалению, смотрел по телевизору, не был в этот час на улицах. 17 августа был финал мужского марафона. Удивительно, вы знаете, Москву редко дают вертолетные планы такие. Вот это то, что был вертолетный план Москвы, и бежали по набережной марафона. Я смотрел, я гордился, да, тем, что у нас это проходит, тем, что у нас такой роскошный, красивый город. Вот это Кремлевская набережная, река, пароходы на реке, вот это россыпь домов таких неправильно, не по-петербургски, а именно по-московски, под разными углами поставленных домов, нагромождение этих улиц, центра. Ну, кстати, я пожалел, что почему бы не запустить было, да, по Бульварному кольцу, по Садовому, да, ведь все-таки марафон отдельно делают же часто, конечно, одним кругом, как будет вот московский марафон 15-го. И обычно все, практически все быстрые марафоны — это один круг. Да. Максимум два. Да. Как Берлин. А тут они белки в колесе. Да. И вот тем не менее, вот подвожу к своему вопросу. Набережная, по которой они была, прекрасная, красивейшая Фрунзенская набережная, была полупуста. Затем, когда они вбежали в Лужники, я уже не знал, куда девать глаза. Они бежали через оцепление из милиционеров с овчарками. Да. Милиционеры стояли спиной к бегущим, лицом к людям. Я не знаю, что это было, чтобы люди не бросили что-то. Последние три километра, это была стена из спин милиционеров, стоящих спиной к бегунам, и у каждого была овчарка. Такое ощущение, что они вбегали в какой-то концлагерь.
какую-то особую зону. Василий, зачем это? Значит, я тебе могу сказать, что любой человек из службы безопасности тебе сразу скажет, а ты помнишь Бостон 2013? И что там произошло? Мы должны были из последних сил всеми возможными средствами обеспечить безопасность, чтобы не было никаких взрывов и прочее, прочее. Я могу сказать, как человек, каждый день бывший на стадионе, не один раз проходивший в течение дня эту службу безопасности, что она работала отвратительно. Это я могу сказать совершенно точно, что можно было в Лужники принести все, что хочешь. И сейчас уже после того, как закончился чемпионат, я хотел во время чемпионата об этом написать, но думаю, зачем мне это надо? Зачем мне кого-то провоцировать? Из тех же соображений я понимаю, что первые ряды на стадионе тоже они как бы оставлены под полицию. Это вообще просто тоже непонятно. Считается, что болельщики это как какие-то обезьяны и начнут выпрыгивать из рядов на поле. Скажем так, если сейчас мы перешли к вопросу, мы уже сказали о позиции. Мы сказали, что это большой праздник. Я могу сказать, что со спортивной точки зрения это был чемпионат просто великолепный, отличное соревнование во множестве видов. Просто непредсказуемая борьба, красивый бег на дорожке. В общем, все, что сделали атлеты, это было великолепно. А теперь по поводу того, что как это было организовано. К сожалению, я сказал, что пытались изо всех сил испортить этот праздник. И не зря Юсейн Болт очень аккуратно сказал, он же очень дипломатично сказал, что, в общем-то, далеко не самый лучший чемпионат. Ну, в общем, не так уж плохо, к концу становилось все лучше. Самое ужасное, что там было, это, конечно же, служба безопасности. Все журналисты, которые работали, вообще просто... Они были шокированы этим, потому что это понятно, это были переодетые милиционеры, которые никак, ну, полицейские, которые никогда в своей жизни не работали на такого уровня спортивных мероприятиях, вернее, работали только с футболом и футбольными болельщиками, фанатами. И, может быть, они тоже считали, что поклонники Юсейна Болта будут вырывать сиденья пластиковые, кидаться ими, не знаю, в кого. Или там болельщики... Гэтлина, да. Или болельщики сборной России вдруг начнут кидаться там, не знаю, в американку, которая в прыжках в высоту со школьной боролась. Жечь фаеры, кидать бутылки. А самые большие враги этих секретарей были, собственно, журналисты всех рангов. Особенно они ненавидели фотографов. Просто там было несколько практически стычек с применением физической силы, когда... Фотографы отставили свое право фотографировать там, где им разрешено. Причем самая большая хохма в этом была, что security, то есть эти полицейские, меньше всего понимали, что происходит на стадионе. Спортсмены великолепно знали, что происходит, как надо вести, куда можно, куда нельзя. Журналисты, каждый из которых, ну, подавляющее большинство из иностранцев, были там на штук 10-15 чемпионат по легкой атлетике. Все прекрасно знали, кроме security, и поэтому они каждый раз меняли правила игры, и неожиданно с таким отношением и с таким выражением лица общались с журналистами, которые, в общем-то, они, во-первых, работают, во-вторых, на легкой атлетике позитивная атмосфера. При этом ни один не говорил по-английски. Была статья японского журналиста. Я бы сказал, японец. Что, наверное, говорил один из 100. Но если учесть, что там их было, наверное, там несколько тысяч, то, может быть, даже человек 50-то и говорило. Но это надо было тебе еще повести, чтобы тебе нарваться на этого полицейского. Это как это плачущие большевики, да? Выставить в музее плачущего большевика, выставить в музее говорящего по-английски полицейского. Самое вообще ужасное еще было, это вот представляешь, заканчивается сессия вечерняя, выходят эти люди, болельщики, братания, я не представляю, что такое братание с ямайскими болельщиками, которые были самые живописные, на них там с ними все фотографировали, все друг друга общаются, наконец-то не так много, я бы даже сказал, честно говоря, очень мало приехало европейцев и американцев, главная торсида легкоатлетическая, японцев очень мало приехало, хотя японцы занимают целые сектора, британцы занимают сектора, но все-таки приехали, с ними начинается общаться, разговаривать, такая приятная, позитивная атмосфера, это настоящий праздник, и людям хочется этот праздник продолжить. И вдруг на них надвигается черная цепь ОМОНа и с громкоговорителем зачищает площадь и говорит о том, просьба разойтись, освободить Лужники, срочно освободить Лужники. И всех сдвигает, просто сметая даже не самую большую, но все-таки очередь у официальных сувениров, где-то маечки там продаются. Это был самый большой для меня
скажем, негатив всего чемпионата мира. Ради чего устраивать людям этот праздник, чтобы потом сразу после это все портить? Это вообще, я вообще не понимаю, зачем это было делать. Почему нельзя было в Лужниках дать людям потом хотя бы пообщаться, ну, не знаю, ну, час, ну, полтора, ну, два. Причем, типа, в 12 надо освободить. Ну, елки-палки, до часа у нас метро работает. Причем тут же ты выходишь... где-нибудь проезжаешь в центр Москва полна все-таки народу, ну, относительно. Ну, почему? Да. Почему там нельзя? И в итоге все братание происходило на станциях метро. В итоге ты заходил где-нибудь на парке культуры или где-нибудь... Это удивительный феномен, то, что метро является у нас едва ли не единственным таким публичным, доступным публичным пространством. Да, именно где люди встречаются, где происходит, где рынки этих, на Комсомольской рынке работорговли происходят, там эти самые рабочие стычки, болельщиков. Все проходило в метро. Там именно. Так что... Ну вот... да, здесь, конечно, государство сыграло... Даже не государство, а вот именно наша культура безопасности, культура охранника. Без культуры охранника. Да. Но вот эта вот доминирующая фигура охранника над всем российским пейзажем, она доминировала и над чемпионатом мира по легкой атлетике. Вы знаете, я хочу наших слушателей спросить, как вы считаете, почему у нас так слабо люди ходят на крупные спортивные соревнования? Ну, даже и на футбол. Почему у нас нет интереса к большому спорту? 65-10-99-6. Телефон наш студийный. Почему у нас нет интереса, нет культуры боления? И, кстати, как вы считаете, поедут ли болельщики в Сочи? Будет ли, изменится ли ситуация в Сочи? Готовы ли, скажем, вы поехать в Сочи, чтобы своими глазами увидеть крупнейшее международное соревнование? Ну вот, Василий, я что еще хотел поговорить? Почему на Западе так сложилось, что там вот эта вот культура боления, она становится какой-то общегородской, общенациональной? Опять-таки, я вот не устаю говорить вот то, что ты упоминал. Берлинский марафон, боже мой, полтора миллиона человек на улицах. Лондонский, нью-йоркский, чикагский. Ты бежишь через стену живую, кричащую, выходят с оркестрами, с музыкальными инструментами, кто-то с водой, кто-то тебе бананы протягивает, дети ладошки тянут, ты бежишь. Это на всю жизнь запоминается. Конечно. И вот эти пустые леденящие улицы Москвы, как при инаугурации в прошлом году. Да. И вот бегут марафонцы, и, значит, главное, наблюдают эти самые менты. Тут две. Во-первых, надо, мне кажется, две самые большие причины. Первая причина — это вообще очень низкая вовлеченность россиян в занятия активным спортом самим. Из детства, то есть у нас практически целые поколения, подавляющее большинство, вообще никогда сами спортом не занимались. Никаким. И поэтому, мне кажется, мое глубокое убеждение, особенно такие виды спорта, как легкой атлетики, основная масса сидящих на больших стадионах, вот сейчас, вот, скажем, завтра будет бриллиантовая лига в Стокгольме. Mm-hmm. Это будет 60-70 тысяч человек, купившие билеты по очень маленькой цене. И эти люди практически все хоть каким-то образом прикоснулись сами к легкой атлетике. В основном, конечно, это бег. Все занимаются бегом, это марафонский бум. И, кстати, я могу сказать, допустим, я очень хорошо знаю историю двух марафонов, это Нью-Йорка и Лондона. Я и с Фредом Лебоу был хорошо знаком, и с Дэвидом Бэдфордом был очень хорошо знаком. Это сами-основателями этих двух самых больших марафонов в мире, самых значимых. И они сами говорили, что этот фидбэк, вот этот отзыв, это людей, которые сами бегают, или в их семье есть хотя бы один человек, который постоянно бегает. Ну, то есть один из ответов — это вовлеченность людей. Это один. Да, мы сейчас к остальным еще исследуем, какие причины. Напомним, наш телефон студийный 65-10-99-6, код Москвы 495. Почему у нас нет интереса к крупным спортивным соревнованиям? Юрий. Здравствуйте. Ну, наверное, ваш гость, Василий, он ответил на мой комментарий, вернее, как бы сказал, что за меня. На самом деле все правильно, это вовлеченность. Я сам какое-то время назад занимался легкой атлетикой, да, бегал, марафон в том числе. Вот, меня даже занималась, закончила, ну, как бы, американский университет тоже. Она очень прекрасно рассказала, ну, как бы, описала, как это у них происходит, да. Расскажите, да. Есть легкоатлетическая команда, в которой огромное количество людей бегает. В любом университете, ну, 80% студентов вовлечены в спорт. Конечно. Неважно какой, легкая атлетика, там, американский футбол, там, в зависимости от штата, да, хоккей. Но дело в том, что люди на себе познают, и, соответственно, интересно посмотреть, как это делают профессионалы, люди, к тем вершинам, которым, в общем-то, обычный обыватель может только стремиться, там, или только увидеть это. Да. Ну, это, наверное, да, из основных причин. Ну и плюс еще, наверное, безумно
перекрученный интерес к футболу в России. Если бы, я думаю, чтобы хотя бы, там, я не знаю, там, сотая часть тех денег, которые тратится на футбол, потратилась на легкую атлетику, лыжи, я не знаю, там, или еще там какие-нибудь виды спорта, я уверяю, что отдача была бы совершенно другой. Понятно. Юрий, а вы так и оставили, отбегали свое? Или да, еще... да, ну да, мне уже очень много лет, и я уже... Это много, это сколько? Это сколько же вам много? Что значит много? Вам... Ну, 45. Это много? Это много. Юрий, Юрий, вам ли не знать, в каком возрасте можно бегать? Я закончил марафон бегать 20, наверное, 5. Юрий. Вот. Несколько марафонов, конечно, я выигрывал даже на самом деле. Ну, Юрий, это вообще не возраст. Какое у вас лучшее время на марафоне? 2:18. Ну, да, Юрий, поздравляю. Надо продолжать бегать. Слушайте, продолжайте, да. Сейчас просто в Москве такое движение сейчас образуется, такая культура. Вот я сейчас, считаю, проведут очень хороший, надеюсь, марафон 15 сентября будет такой, не читая тем, что было. В Москве очень тяжелая трасса, марафонка. Я пытался пару раз в Москве бежать. Ну, Москва — это не тот город. Бежать вдоль Москва-реки — это... Это тяжело. В такую жару это действительно тяжело. Действительно тяжело, это достаточно серьезное испытание. Вот даже если взять там Амстердам, он тоже вдоль реки проходит, да, но там намного легче это проходит. А почему Москва такая тяжелая? А почему, Юрий, почему Москва? Я не знаю, с чем это связано, но это вот мои ощущения. Я думаю, что любой марафон, который бегал в Москве, бегал в любом другом крупном городе, даже вдоль реки, он совершенно вам, наверное, то же самое скажет, что в Москве действительно тяжелая трасса. Интересно. Спасибо, Юрий. Продолжайте бегать, невзирая ни на что. По поводу трассы московского марафона, я тебе могу сказать, что среди всех бегунков, настоящих бегунков, бытует такое определение, что в Москве трасса энергетически отсосанная. Там просто нет энергии. Интересно. Да, это постоянно. Я могу сказать, что когда я вот сам бегал профессионально, я могу сказать, что если я там где-нибудь даже по другой стороне Москва-реки, в Панискучке, я мог там пробежать, грубо говоря, двадцатку, где-нибудь я бежал спокойно там по 3:20, ну, в смысле, то я знал, что с этими же усилиями я в Европе пробегу по 3:10. Нет энергии. Как интересно. Никогда не думал. Мне потому что она как раз... Ну, я не такого уровня бегун, но мой, кстати, лучший результат на маломарафоне показал труд Лужники. У меня было 1:15. Как раз вот по этой набережной, где они бежали сегодня. Я его очень люблю. Но, действительно, я говорю, я на таком уровне не бегал. И, ну, вообще ты прав. Я помню, как я бежал в Берлине. Вот в Берлине как-то сам город несет. Сам другой. Тебя люди несут, асфальт несет. А тут там надо как-то пробиваться. Через деревья Тиргартена. Да, а тут совершенно вот такое просто... Интересно. Да, а по поводу, скажем так, второй, ну, первое — это вовлеченность, это действительно огромное, а второе — это, конечно, вот тоже такое обычное, такое уже тривиальное суждение об атомизации общества. Да. У нас реально люди не готовы болеть за незнакомых людей и вообще их приветствовать. И приветствовать. Это максимально, что они могут за своего там маму, папу, сына выскочить, но какому-то чужому человеку похлопать, для них это вообще, они как считают себя какими-то клоунами. У нас главное вот эта шутка, там, Динамо бежит, да, там вот это, когда это видит вообще бегуна. Это... Да, и вот эти две, отсутствие вовлеченности и атомизации, вот мне кажется... Да, вот причина. Это очень точно. Ты назвал то, что не готовы приветствовать незнакомого человека, а это огромная часть культуры боления. 65-10-99-6. Почему у нас так слабо люди ходят на спортивные соревнования? Николай. Николай, вы на линии. Добрый вечер. Вы знаете, я как москвич, наверное, но москвич активно путешествующий и по России, и по Европе, могу выдвинуть такую гипотезу, что в Москве, в частности, в крупных городах, ослаблена сила социальных связей. Это вот как раз то, что вы только что сказали, да? Поддержка чужого человека. Спортсмены действительно для очень многих представляются чужими. Это не представители конкретно той социальной группы, с которой себя ассоциирует, ну, скажем так, основная целевая аудитория потенциальных болельщиков. И да, вот эта работа по налаживанию этой социальной связи, силы социальной связи, это работа в том числе по продвижению и конкретных видов спорта, и конкретных спортсменов, которую надо делать, и действительно засилие футбола, да, как такого вида спорта, пожалуй, коррумпировавшего информационную среду, оно в данном отношении, конечно, деструктивную роль играет.
Николай, глубоко копаете, прям социолог. Оккупировавшего хотя бы. Да, нет, абсолютно согласен, абсолютно с вами согласен. Потому что действительно здесь очень вот это вот... Почему мне кажется, что, вот, скажем, марафоны, такие большие спортивные соревнования, они невероятно создают гражданское общество, невероятно укрепляют гражданскую среду на Западе? Потому что вот ты заряжаешься от людей, которые просто в свой свободный день, вот ты любитель, бежишь марафон, и люди вышли тебя поприветствовать, помахать рукой, помахать флажком, и вот они даже в плохую погоду, там, не знаю, 5-6 часов стоят с дудкой, с какой-нибудь сиреной, с там, водой, с бананами, да, с бутылочкой воды. И это удивительно. И вот ты понимаешь, из чего прорастает гражданское общество. Конечно. Оно даже, вот, так сказать, ну, нисколько не умаляя до того, что там люди-волонтеры работают, то, что там бездомным детям, больным, хосписы, животные, это все тоже. Но вот клей этого гражданского общества, я вижу, как вот этот миллион людей в Берлине выходит и машет людям рукой. Спасибо, Николай. Вот. Давай еще один звонок возьмем. Уже давно дожидается. Давай. Руслан. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. Добрый вечер, ведущие, добрый вечер, слушатели. Очень приятно было услышать вашу передачу про спорт. И я тоже к спорту имею, скажем так, отношение, как любитель спортсмен, но не бег. А какой? Уж не секрет. Я играю в хоккей, играл в футбол. Раньше когда-то занимался греблей, то есть в спорте. Но хочу сказать, попадал на спортивные мероприятия за границей, там остается приятное впечатление. Спорт, конечно, самый пик эмоций, но организация создает приятное впечатление. Тебе как минимум комфортно там бывает. У нас же, вот сходил на футбол большой, неприятные впечатления, в основном вот от действий, как вы говорите, секьюрити, полиции. Охрана, да. Ужасно. Охрана, раз. И, кстати, вот публика. Ну, футбол, отдельная публика. Ну, конечно, ее не пойдешь. Да. Да. Можем за скобки сходил вынести. Сходил на хоккей за границей. Два раза там были в Майами. Только приятное ощущение. Потому что тебя встречают, тебя ведут. Тебя... Сюда ставьте машину, сюда, пожалуйста, идите. Вам покажите ваш билет, мы покажем, куда пройти. Вот как стюардессы в самолет приглашают. У нас поехал на ходынку. Одни проблемы. Начинается... Ну да, одни проблемы. Ну, пробки раз, как бы город не приспособлен к тому, чтобы вечером какое-то время куда-то приехал. Дальше убираете вот свою машину. Куда ее поставить? Понятно. Откуда знаю, куда ты ее поставишь? Убирай ее отсюда, я тебе сказал. Вот стоит это там на входе офицеры полиции, которые... Дальше. Вот что касается спортивных мероприятий, часто мы слышим в городе по радио: господа водители, в город сегодня в центр не суйтесь, там у нас мероприятие марафон. Mm-hmm. Ну, нельзя по-другому сказать. Ну, господа водители, бросайте свои машины, все пешком на метро в город, там марафон. Конечно. Ну, наверное, как-то можно, но нас настраивают. Потом еще кажется, что у нас политически все-таки есть цель не собирать народ на митинге, а разгонять их. Да. Нет, конечно, эти ОМОНовцы приспособлены к тому, чтобы рассекать толпу, а не охранять ее. Конечно, у них задача, они тренируются, они зубы выбивают. Они ждут атаки. Конечно. Да, да, Руслан, вот здесь абсолютно соглашусь, потому что вот этот вот инстинкт... Ну, он как бы такой изначально недемократический. То есть как люди, как ОМОН готов прежде всего к тому, чтобы разгонять людей там на Триумфальной площади, да, на бульварах, на Болотной. Точно так же он действует, потому что в любом случае это скопление людей воспринимается как некая опасность. Угроза, да. Вот. И государство, оно есть некий такой имманентный инстинкт зачистки. Конечно. Инстинкт зачистки. Да, к сожалению, мы живем в нашем обществе. И создаем его, наверное, тоже мы. Но очень приятно, что вот ваши голоса услышал. Я сейчас прилетел в Москву, самолет с аэропорта. И посмотрел на стюардесса. Вот от вас такое же впечатление, как от стюардесс наших прекрасных авиакомпаний. Очень приятно вас слушать. Ну, спасибо, Руслан, с прилетом. Вот, ну ладно, нам сейчас нужно уйти на последнюю рекламу. После этого продолжим. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня о большом спорте и не только. О большом спорте, как он видится глазами болельщиков. А если конкретно, почему у нас так мало и неохотно идут люди на спортивные соревнования? Почему у нас на них так много охраны? Почему крупнейшие в мире события спортивные этого года, чемпионат мира по легкой атлетике, только к концу начал собирать полную большую спортивную арену? А на трассах марафона, я уж не говорю о ходьбе, о спортивной ходьбе, спортсменов встречали пустые улицы. Говорим об этом сегодня с нашим
нашим гостем, спортивным комментатором Василием Парниковым. Телефон наш студийный 65-10-99-6. Сергей в эфире. Сергей, я слушаю вас. Да, я в эфире, да? Да-да. Вопрос. Правильно ли я понимаю, что Лужники закрываются в этом году на реконструкцию после чемпионата мира прошедшего и после... То есть в результате этой реконструкции он будет чисто футбольным, и вся легкоатлетическая начинка будет отсутствовать. Василий. В этом. Это вот, да, это одна из самых больших тем, которые я хотел бы сегодня затронуть. Это, в общем, что называется, наследие этого большого праздника, которое было проведено все-таки. Как я сказал, что это огромный-огромный плюс, что такой чемпионат мира был проведен в Москве. Но планы уничтожить самую даже память о том, что этот чемпионат мира состоялся. И сейчас мэр, градоначальник, назовем так, градоначальник, дает прямо противоположные ответы на этот вопрос, что будет с Лужниками каждый месяц. То его снесут до основания, построят новый, то его реконструируют, то дорожка будет, то дорожки нет. В общем, они пока еще сами не знают, что с этим делать, но это вообще, это больше, чем преступление, это ошибка. Потому что тогда весь этот позитив, вся эта волна праздника, она будет просто уничтожена. И вот дорожка, на которой бежал Юсейн Болт, Мо Фара, где... В конце концов, 7 золотых медалей было завоевано сборной России по легкой атлетике, если мы будем рассматривать чисто с такой патриотической, позитивной, где историческое событие, сборная России впервые выиграла чемпионат мира по легкой атлетике. Опять, как к этому не относиться? А впервые в истории выиграли. Опять-таки, по золотым медалям. По общему, по золотым, по количеству медалей считают, американцы, В общем, какая разница, выиграли так, как считается, даже на таблице ИАФ. Так это есть. То есть есть некое исключение, что чемпионат мира в Эдмонтоне в конце концов выиграла сборная России, но после того, как у американцев отняли 4 медали в связи с делом Балка. Ну, а в итоге это впервые. Это вообще историческое событие. И теперь это хотят просто уничтожить. Стадион Лужники надо не просто оставлять, надо его сделать. Он и есть архитектурный памятник. Его построили в конце концов в 56 году энтузиасты. Моя мама строила этот, ходила туда на субботник, строили эти Лужники. Там были Олимпийские игры 80-го года, это главный стадион был. Да и Лужники вообще как общественное пространство, конечно, это одно из главных вообще того, что есть в Москве. Да, гигантский парк. И делать из него футбольный стадион, да елки-палки, в Лондоне просто Себастьян Коу убился, что называется, об асфальт, чтобы оставить Олимпийский стадион Лондона 2012 в качестве легкоатлетического стадиона, потому что Тоттенхэм, на него два футбольных клуба претендовали, Тоттенхэм хотел сделать из него футбольный, а Вест Хэм говорил, ладно, мы будем играть на этом. Оставили, и в итоге провели двухдневные олимпийские соревнования, вот прям непосредственно перед чемпионатом мира по легкой атлетике в Москве, и там был битком забитый, по 80 тысяч человек два дня сидело, и вообще... А это большие инвестиции, что сложно оставить футбольный стадион пригодным для легкоатлетической. А это считается, что более круто стильно. Да. Иметь футбольный стадион, где можно сидеть прям так, и никакой этой маргинальной коробка атлетики. Да, прям коробка подходит вплотную. За воротами. Вот такие вот люди, что у нас главный стадион страны будет футбольным. Кстати, вот постоянно и ты говоришь, и зрители говорят о том, что слишком много инвестиций в футбол, и это мешает развитию, бега, скажем, лыжным гонкам. Я с этим категорически не соглашусь. Я очень много... Я тоже хотел спросить. Нет такого ощущения, что футбол убивает спорт? Вот я могу сказать, что я очень много времени провожу, скажем, в Италии, в Испании, в футбольных странах, где просто все с ума сошли на футболе. Если ты откроешь спортивные газеты в Испании или Италии, там будет вообще один футбол. Но при этом, я тебе могу сказать, что беговое движение растет как на дрожжах. Любительское беговое движение. Это любое, а велосипедное, итальянские гранд-фондо взять гонки, там по 15 тысяч стартуют. Конечно, на местных гонках. Конечно, это не мешает развитию любительского спорта, я имею в виду настоящего спорта, не игрового, игровые это другое, это, я говорю, настоящий спорт. Бег, вело, не знаю, триатлон, массовые проплывы, это не мешает развитию. Да. Может быть, это мешает развитию профессионального спорта, легкоатлетического или там плавать, но это не мешает развитию любителей. Это совершенно о другом. Потому что развитие массового спорта, оно идет корневое, оно идет на уровне муниципального самоуправления. Напомню, что у нас в гостях спортивный комментатор Василий Парников. Телефон наш студийный 65-10-99-6. Светлана Юрьевна на линии. Алло? Да, вы на линии. Да.
Вы знаете, маленькая реплика. Может быть, не все знают, не все смотрят. Жира, гонки в Италии велосипедные и гонки во Франции. Люди по горам несколько дней, три недели идут гонки. А, вы имеете в виду Тур де Франс, да, и Джиро д'Италия, да. Люди приезжают буквально за несколько дней, за тысячи километров. Ну да, они с других континентов. Они ставят палатки. Да. Они стоят, они выкладывают из своих велосипедов велосипеды и приветствия. Да. Это только для того, не для того, чтобы видеть, как 10 тысяч бегут или даже 400 метров. А мимо них промелькнут почти всегда неизвестные даже спортсмены. Едут они до 80 километров в час. И вот тут ради этого мига, что они промелькнут. Понимаете? Мы понимаем. Ради этого мига они проезжают, и они... Представляете, да, как чувство притяжности. Да, на некоторых этапах Тур де Франс, например, на Мон Ванту, на подъем, да, там, по-моему, тысяч по 150 стоят на Альп-Дюэс. Фанат велогона, который обиделся за велогонки. Да мы любим велогонки, да, намного, но просто на самом деле... Спасибо. Это говорит... Это же говорит и об общей культуре, конечно, о культуре интересов. Да, это да. Говорит о культуре тела. Это говорит о культуре воспитания детей. Это очень широкий вопрос. У вас просто нет времени это все затронуть. Понятно. Понятно. Спасибо. Вот хочу сказать все-таки позитивную нотку про чемпионат мира и то, что мне дает надежду, и почему я считаю, что надо обязательно сохранить это наследие. Это волонтеры. Вот абсолютный позитив по поводу волонтеров. Это были реальные молодые парни и девчонки, которые почти все, я вообще встретил только одну девчонку, которая не говорила на английском, они говорили не только на английском. Были италоговорящие, испаноговорящие, арабоговорящие, японы, китайскоговорящие, которые горели этим, которые выполняли вот... Просто были в лепешку готовы расшибиться. Они где набирались? По институтам? У меня совершенно свободно был сайт. Совершенно свободно. Я с ними поговорил. Они действительно работали отлично. И даже спортсмены все говорили, что это вообще это был самый позитивный момент с точки зрения организации. Это волонтеры. И это ребята и девчонки там от 15, хотя говорили, что да, они все должны были совершеннолетние быть, но я видел совершенно молодых ребят и девчонок, и там 18-20, и это совершенно другие. А люди, которые работали в сборных, они говорят, что они делали гораздо больше, чем они должны были. Они ездили в больницы, они оставляли спортсмена, когда травмированы. Чуть ли не свои деньги покупали им воду, когда они там одного спортсмена, надо было в Ботковскую больницу, у него там был, ну, в общем, отравился человек. Да. И это был, причем был такой контраст по сравнению с официальным холодным отношением организаторов. Ну вот это да, есть какой-то ресурс, потому что действительно, вот у меня тоже многие знакомые студенты, я знаю, в Сочи подряжаются, да, волонтерами. Но с другой стороны, когда слышишь, что делали с волонтерами в Казани, вот эти все казанские истории. Но это не казанская история, я могу сказать точно. Я с ними разговаривал, я сидел на трибуне именно там, где волонтеры работали, которые бегали, так называемые раннеры с результатами, и я с ними пообщался, они жили все дома, которые были приезжие, они жили у друзей своих. Там были, кстати, не только россияне, там я видел серба, я видел турка, я видел, по-моему, еще поляка одного парня. В общем, это отлично. И вот именно это новое поколение, которое совершенно с другим отношением, у которого нет такой связи, что вот этот чемпионат мира, это официоз, это, в общем, некая поддержка какого-то официоза, если ты пришел и похлопал этому стадиону. Но при этом еще вот к возврату о том, почему нас не ходят, и, да, в общем, я могу сказать, что, несмотря на то, что публика была очень заводная, ревущая, но, в общем, абсолютно не понимающая то, что происходит. Что происходит, что да, происходит, поддерживающая в основном, конечно, Россию, и к их радости Россия выступала хорошо, и там были действительно открытия российской с легкой атлетики. Но самый для меня вообще был шок, когда люди бежали, допустим, 1500 метров в абсолютной пустоте. Просто люди вообще не понимали, что там происходит, потому что никто из них сам никогда не бегал, не понимал, что это культовая дистанция, что там сейчас происходит, творится история. Или когда бежит Мо Фара, который, ну, просто
судья-аниматор, я по-другому не могу сказать, его назвать на стадионе, как-то это пытался коммуницировать. Комментарий, который шел. Да, он на самом деле не комментировал, он просто, я бы сказал, бы анимировал публику. Но если там не бежал российский атлет, это вообще для них была пустота. И я впервые был на чемпионате мира, где, скажем так, метание копья у женщин было, привлекало больше внимания, чем бег на стадионе на 800 или полтора километра. Потому что там была российская... Потому что была российская Бакумова, Маша Барол. Да. Даже в Финляндии, где копье — это культовый спорт. Но все равно бег перебивает все. И это было, конечно, смешно. Да. Но, с другой стороны, эти же люди, в конце концов, они смотрели, они видели на этих смешных человечков, которые бежали и которые потрясали. Но они, для них это пустые слова. Если ты им скажешь, что Мо Фара финишировал за 2 минуты 22 секунды, 1000 метров, они для них пустые слова, потому что он, может, в жизни один раз в школе пробежал за 4 минуты, а может, за 5 минут. Он говорит, ну, может, я потренировался бы, пробежал за 2:30. Кстати, забавно, еще очень смешной эпизод по этому поводу, просто очень смешной, о том, что запустили утку комментатора какого-то российского канала о том, что Муфара финишировал 1000 за 2:14. И это никого не поразило, и это для меня, опять-таки, может, для большинства наших слушателей это ни о чем не говорит. Ну, 2:14, 2:22, но рекорд мира чуть-чуть быстрее 2:12, 2:11, там, 90 с копьем. Да. А 2:22, это регулярно так бегают люди, но это действительно очень быстро. Но вот то, что у людей не произошло разрыва шаблона, и это даже такие люди не признаны там, не профессионалами, над ними никто не смеялся, это говорит о том, что действительно люди не понимают, потому что сами не занимаются и никогда не бегают. Любой человек, который хочет что-то бегать, он, собственно, понимает, что там происходит. Да, да. Но это как вопрос об общей культуре. Да. Это, так сказать, то же самое, да, что знать, что происходит в концерте классической музыки, конечно, в театре. То же самое надо знать, что происходит, конечно, на беговой дорожке, когда бегут, да, 1500. Но вот с волонтерами, которые сидели, они внимательно изучали программы, они у меня выпрашивали, есть такой статистический справочник выпускается, да, выпрашивали, посмотреть, сравнивали, и просто это люди с другим уровнем интереса, и они хотели обучаться, и они меня потом постоянно спрашивали, а где можно узнать все, что происходит. Mm. Как можно учиться? Практически я им говорю, вам, ребята, вам надо просто узнать историю спорта, хотя бы, если ты сам не побегаешь. Да, но у нас же этому нигде не учат. Нигде не учат историю спорта. 65-10-99-6. Позвоните нам и скажите, почему у нас так слабо ходят на соревнования? Не только по легкой атлетике, не только на масс-старты, но и вообще на спортивные соревнования как таковые. Александр на линии. Добрый вечер. Здравствуйте. Я как раз один из тех самых фотографов, который работал на этом чемпионате. Ого. Вот. И хочу вам просто сказать, вот я слушал про секьюрити ваше рассуждение. Меня на самом деле очень сильно удивила милиция. Я на многих соревнованиях работал. Такой вежливой милиции не было нигде. Ого. А вот секьюрити, про которых вы говорили, эти действительно попортили крови прилично. Я, кстати, думаю, что они не переодетые сотрудники милиции, а представляют какую-то из служб, вот одну из служб, которые обеспечивают вот эти культурно-массовые мероприятия. ЧОПы какие-то, да, наверное. Вообще, мне кажется, это были полицейские. А вот милиция и на маршруте марафона, и на ходьбе вела себя просто изумительно. Это удивительно, для меня это было что-то новинкой какой-то. Понятно. Вот. Спасибо. Что касается посещения вот культурно-массовых мероприятий, вся проблема в том, что у нас их не так много проводится. И у нас нету как бы традиции посещения этих мероприятий. А те, кто сходил на футбол, многие из них просто на другие мероприятия не идут, потому что думают, что там творится то же самое. Понятно. Вот. Я на футболе бываю каждую неделю по роду своей работы. И то, что там творится, вам, конечно, объяснять не надо. Это какой-то кошмар и ужас. Примите наши соболезнования. Взрослому мужчине мне, например, бывает иногда очень стыдно за то, что там происходит. Вот. Ну, вот и все думают, что это так. Это одна проблема. А вторая проблема, что рекламы не было вообще никакой. Да, об этом уже говорили. Это тоже. Да, да, Александр, спасибо. Спасибо за ваши наблюдения изнутри, из самой гущи, и соревнований, и
собственно, общение с силами безопасности. Василий, ну все-таки, вот подводя итог, не спорта высоких достижений, потому что понятно, что у нас это такая сферический конь в вакууме, оторванная от жизни, как один мой знакомый выражается, лабораторные спортсмены, вот, и очень сильно оторвана, при всем моем уважении, да, огромном любви к этим, конечно, спортсменам, конечно. Вот, но все равно в силу их оторванности от корней, от массового спорта. Россия является на данный момент спортивной державой? Конечно же, нет. И это, увы, было в очередной раз продемонстрировано этим прекрасным чемпионатом мира. Это было явным образом, потому что, как мы уже говорили, и, в общем, все согласились, что как раз легкая атлетика является отражением общего вовлеченности людей. Ну да, это самый массовый, самый дешевый спорт. Самый дешевый. И вот эти пустые улицы на марафонах, и эти бесплатные билеты, и незаполненные Лужники даже после всего, что все люди по сарафанам радио разговаривали, все равно целые сектора были затянуты баннерами. Лужники не было ни одного вечера, ни одной вечерней сессии не было забито битком вообще. Не было. Такого не было на чемпионатах мира. Никогда не было. Я был на множестве чемпионатов. Был один чемпионат мира, где были проблемы с посещаемостью. Это было Афины, 1997 год, когда люди, греки, не ходили на чемпионат мира, а тогда Греция боролась за Олимпийские игры 2004 года, они ходили 2000, уже не получилось 2004, премьер-министр выступил по радио и сказал: пожалуйста, ходите на стадион, нам не дадут Олимпийские игры. Со следующего дня стадион был забит. Но билеты при этом не раздавали бесплатно, они были дешевые, но их продавали. И, конечно же, этот чемпионат мира, я могу сказать, что он не был плохим в итоге. Он был достаточно средним, как и Юсейн Болт дипломатически сказал, и как и все. Я разговаривал со многими людьми, и с атлетами, и с тренерами, и с, скажем так, физиотерапевтами. Они все сказали, что это неплохо, скажем. А проживание в космосе, в гостинице, которая не ремонтировалась с 80-го года, было ужасным. Питание было не очень, но были хуже проживания, хуже питания. Но в общем среднем Россия показала то, что она не может провести даже такой чемпионат на самом высоком уровне. И это, в общем, показатель отношения к спорту вообще, на мой взгляд. Ну да, мне кажется, здесь проблемы даже и не столько политические, сколько социальные. У нас это не прописанный интерес. И вот, на этом фоне я хочу вас всех призвать. Вы знаете, не ждите следующего чемпионата мира, не ждите Олимпийских игр в Сочи, как бы вы к ним ни относились, не ждите больших событий. В Москве постоянно проводятся какие-то соревнования. Вот, скажем, 25 августа будет триатлон в Крылатском. 15 сентября будет большой забег, большой марафон по всей Москве. По двум кольцам. Выходите, поддержите спортсменов. Потому что давайте опровергнем Пушкина, что мы не ленивы и любопытны. Это была программа «Археология». Доброй ночи и удачи.